Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Palisade 2022 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 8500 километров. Заменим масляный, воздушный и салонный фильтр, ну, а также и масло. Открываю капот. Попробовал посмотреть, информации нигде нет. Есть только общая информация. Меняем, поменяли. А как, чего, ничего нет. Откручиваю колпак масляного фильтра, находится сверху. Ослабляю и даю маслу сбежать. Выкручиваю колпак до конца. Подкачаю масло остатки. Беру новый фильтр. Новый фильтр оригинальный. Колпак я помыл, резиновое кольцо снял. Оригинальный номер 263-23-CA00. Фильтр идет с клапаном для слива масла. Идет уплотнительное кольцо резиновое и уплотнительное кольцо на сливную пробку. Фильтр вставляю на место. Пока я его до конца не втыкаю, сейчас перепроверю, посмотрю. Там должна быть как направляющая для захода. Одеваю новое уплотнительное кольцо на колпак. Смазываю его моторным маслом. Если посмотреть на фильтре, вот он, этот клапан, попадает он в то отверстие. Даже вот я мимо ставлю, проворачиваю. Вот он, совпал. Вставляю его. Все, защелкну. Дальше беру колпак. Сейчас кольцо смажу. Смазал кольцо и закручиваю его. Как правило, закручивается 25 ньютон-метров. Здесь вот момент. Здесь 35 ньютон момент. Возьму динамик. 35 ньютон поставил. Все. Сейчас сразу заменю воздушный фильтр, а потом поднимаю автомобиль, сливаю масло. Фильтр здесь, как я понял, меняется легко. Оригинальный фильтр под номером 28113А9120АС. Крышка просто открывается. Два флажка здесь и здесь. Замки, они просто прижимают фильтр плотно. Поднимаем его. 28113А9120. А АС обозначение, это замки обозначает. Thank you.
Там грязи нет. Я ничего там не пылесосишу. Вставляю фильтр. И защелкиваю один и второй замок. Закрываем крышку. Вытаскиваю щуп, выкручиваю заливную пробку. Уровень масла. Удивительно, уровень масла минимум. А, нет. На 4 миллиметра ниже максимума. Осмотрелось как минимум. Пробочка еще светлая. Поднимаю. Поднял автомобиль. Смотрю на глушитель. Пробег всего 8500. А он такой некрасивый. Весь ржавый уже. Почему бы не нержавейку, глушитель, тоже приемную трубу сделать. Ладно, я ослабил сливной болт, головка, на 17. Выкручиваю и сливаю масло. Тазик подставил. Сливаю. Масло сбежало. Я здесь возьму маленькой крючком. Еще откачаю снизу. Поддон и пробка были белой краской закрашены вокруг. Новое кольцо одеваю. Кольцо идет вместе с масляным фильтром. И закручиваю пробку на место. Опускаю автомобиль и меняю салонный фильтр. Открываю бардачок. Здесь у нас по бокам заглушки. Поворачиваются против часовой стрелки. И снимается. Снимаю амортизатор. Просто стягивается. И со второй стороны. Здесь у нас крышка. Крышку снимаем. С этой стороны два фиксатора, просто сверху снизу нажимаем, а здесь у нас выводится. Достаем фильтр. Оригинальный номер 97133S8000. По-моему, он не угольный, простой. Поставлю фирмы Zekert и F3111K. Это угольный.
закрываю крышку, защелкиваю, одеваю амортизатор, одеваю фиксатор с одной стороны и со второй стороны. Закрываю и проверяю, чтобы лифт работал. На этом замену масляного, воздушного и салонного фильтра я закончил. А в следующий раз, когда буду менять масло в двигателе, я сделаю из рубрики, что лучше, откачать или слить. Так как здесь фильтр находится сверху, можно будет, наверное, при хорошем раскладе даже и не поднимать автомобиль. Откачали через щуп, если полностью, и заменили масло. Всего вам доброго. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен.